Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре букс. Называется NoBita FC. Вот как-то так. Это криптобукс, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов, на коротких ссылок в экране дают зарабатывать криптомонеты. Вот так вот он выглядит красочно. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем регистрация. Вводим email, username, два раза пароль, разгадываем капчу, нажимаем зарегистрироваться. После чего на почту придет письмо. Нужно обязательно подтвердить адрес электронной почты, так как вывести не дадут, если не подтвердим почту. Разгадываем капчу. Кликаем логин. И попадаем в кабинет. В данный момент у меня 403 токена. Собираем мы токены. Эти токены конвертируются в криптомонеты. Здесь вывод в биткоин сатошах и в USDT. Значит, ну вот здесь чат есть. Вот он сейчас загрузится. Можно написать в случае чего. Я его закрою. Сразу у нас на домашней страничке находится наша партнерская ссылочка. Здесь также меню, кран, ПТС-серфинг, короткие ссылки и офервал. Минимальный вывод отсюда 200 токенов. Но у меня 400. Я вчера просмотрела всю рекламку. И как раз на вывод хватает. Так, вывод чуть позже. Вкладочка «Реферал». Также будет находиться наша партнерская ссылочка. Ну и отображаться наши партнеры. Так, на чем здесь мы будем зарабатывать? Обычный кран. Manual Full Set. Я одну рекламку просмотрела. Здесь 50 токенов раз в 4 минуты. Разгадываем капчу. Сейчас подзагрузится. Разгадываем капчу. Рекламы, конечно, здесь предостаточно, но все мы знаем, кто работает на криптовалюте, что подобные проекты, подобные сайты работают за счет рекламы. Далее Тибот 9, 10, 7. И жмем вот на эту вкладочку. И все, монетки засчитались. И таким же образом мы просматриваем еще вот мат фаусет. Здесь сбор 1 раз в 2 минуты, по-моему. Но тут дают уже 25 токенов. Таким же образом. Далее. Что у нас здесь? Автофолсет, автокран доступен, кто просматривает короткие ссылки. Есть офервал. Короткие ссылки я не люблю смотреть их. Хотите работать, хотите нет. И просмотр сайтов. Я оставила здесь две рекламки. Все рекламки 5-секундные. Ничего сложного. Кликаем.
Идет отсчет таймера. Сейчас загрузится. Разгадываем капчу. И на зеленую вкладочку возвращаемся. Это можно закрыть. Закрываем. Таким вот образом просматриваем рекламку. Ну что здесь еще? Здесь вот это задание. Я даже не смотрела, что здесь за задание. Можете изучить и выполнять задание, если вам подойдет. Вот. Так, ну что, давайте, друзья, выведем. Монета. Как я уже сказала, здесь биткоин Сатоши. И в USDT. Выбираем. Если хотите в биткоин, кликайте на биткоин. Или USDT. Я буду в USDT. У меня 400, сколько там? 69, вроде как. Кликнула, видим, да? Такая рамочка вышла. Next. И здесь написано. Минимум вывод 200 токенов. И здесь вот сумма отображается, сколько должно быть у меня USDT. Так. Сумма стоит по умолчанию, а здесь email-адрес нужен. Вставляю email-адрес от FawcetPay. Как мы делали регистрацию, видим, да? Email-адрес. И сумма стоит уже, как бы, вот эти токены по умолчанию. Давайте выведем. Кликаем «Вывод». И что-то ничего. Error. Что здесь написали? Ага, нужно что? Пройти. Вы не смотрели одну короткую ссылку. Для вывода средств требуется минимум просмотр одной короткой ссылки. Не все так просто. Хорошо. Вот так ушки. Так, где у нас шорт-линк? Идем. И здесь на 3900 токенов. Здесь, конечно, я так не люблю эти короткие ссылки. Но что делать? Одну короткую ссылку просмотрим. Так, давайте я поставлю на паузу, просмотрю одну короткую ссылку, а то это может занять очень долгое время. А после я продолжу. Ну вот, я просмотрела одну короткую ссылку. 120 токенов. Окей. А теперь будем выводить. Так, вывод. Опять я кликаю. Буду в USDT. Next. 589 монет. По умолчанию здесь email адрес. Кликаю вывод. И все видим, да? 0 токенов стало у меня для вывода. 580 токенов отправились на FawcetPay. Галочка стоит. Все замечательно. Идем на FawcetPay. И я перезагружаю страничку. Сейчас страничка загрузится. Все замечательно, друзья. Платят инстантом. Но бита фалсет и вот такое вот количество USDT мне пришло. 30 мая.
Платят инстантом. Работать можно, кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.